Acer Aspire 5920G. Замена матрицы. Для начала ноутбук необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор Acer Aspire 5920G». С помощью пинцета вынимаем заглушки по периметру дисплея. Откручиваем 6 винтов по периметру крышки. Начиная с нижней части, отщелкиваем пластиковую рамку матрицы. Петли в данной модели проходят только с боков матрицы. Снизу находится инвертор подсветки. Справа от инвертора находится шлейф питания лампы матрицы. В данной матрице лампа находится внизу. Откручиваем 4 винта, помеченных стрелками. Аккуратно приподнимаем матрицу. Отключаем шлейф питания инвертора и отключаем шлейф питания лампы. Снимаем изолирующий материал, предотвращающий выпадение шлейфа. С помощью пинцета отключаем шлейф матрицы. Матрица снята. В крышке матрицы находится антенна Wi-Fi, два микрофона и веб-камера, вмонтированная в фиксатор крышки ноутбука. К новой матрице прикладываем петли и фиксируем их с помощью винтов. Аккуратно подключаем шлейф матрицы и фиксируем его в двух местах. Направляем матрицу в крышку и подгоняем по отверстиям. С помощью пинцета подключаем шлейф лампы подсветки и шлейф питания инвертора. Затем укладываем провода. Прикручиваем петли в тех местах, где это отмечено стрелками. Вставлять рамку начинаем снизу вверх. Защелкиваем рамку пальцами по всему периметру, затем вкручиваем оставшиеся винты. Пинцетом вставляем пластмассовые заглушки. Все, матрица заменена.